Друзья, всем привет! Сегодня я бы с вами хотел поговорить о таком проекте, как Elrond. Тема данного обзора будет это биржи, на которых в данный момент торгуется Elrond. Поговорим про объемы, а также где лучше всего торгуется данный проект. Итак, начнем, конечно же, с биржи Binance, которая проводила IEO данного проекта у себя на площадке. Хочу сказать сразу же, что в данный момент токен торгуется по 26 сатош, и его цена составляет 3,027 цента. В первые моменты, как листинга токена на биржу Binance, цена токена достигла аж в своем пике, составляла 191 сатош, после чего устаканилась в районе 50 сатоши. В данный момент цена немножко подупала, так как биткоин в данный момент доминирует всем рынком и составляет 26 сатоши. Что касается самих объемов. По отношению к биткоину Elrond торгуется, общий объем его составляет 2 174 тысячи долларов. И составляет он в паре к биткоину объем около 40%. Также стоит сказать, что данный токен торгуется в данный момент на корейской бирже Decoin. Торгуется только к одной паре в USDT. В принципе, объемы на этой бирже также неплохие. Они, в принципе, занимают третье место среди объемов Elrond. И данный объем составляет 1 209 тысяч долларов. Также данный токен торгуется на Binance DEX, но объемы там небольшие. Торговой паре к BNB и составляет объем всего лишь навсего 657 долларов. CoinMarketCap также нам показывает, что данный токен находится на 213 месте в данный момент по своей капитализации. Общая капитализация токена составляет 17 миллионов, что достаточно мало для такого проекта. На бирже Biloxi торгов по Elrond нету. Поначалу они, конечно же, были, еще перед тем, как данный токен вышел на лаунчпаде Binance, но теперь его абсолютно там нету и никто его на данной бирже не покупает. Это все, что я вам хотел рассказать о данном проекте. На этом у меня все и всем пока.